общественном месте. Будьте добры, пожалуйста, больше так не выражайтесь. Да. Ух ты, смотри, клиент какой-то зашел. Ты кто? Есть, красавчик. Да, почему без намордника? А? Смотрите, какие клиенты без намордника ходят. Опять пришел. Я же говорю, постоянный клиент. Дайте псу сосисок. Вы сейчас снимаете меня, выкладываете в интернет без моего ведома, без моего согласия. Я тоже на это согласие не давал, правильно? Извините меня, вас никто не снимает. Ну как? Всем привет. Можно, да, в руки взять? Нет, нельзя, только из рук. Хорошо. Антон Николаевич. Я-то не лицо. Без оборота на меня. Не вслух, пожалуйста. Я не вслух. Ну как не вслух? Я же слышу. Я читаю, чтобы для себя услышать. Это, утерялось доверие к вам случайно. Как так? Вот так. Бывает. Маску можно приспустить для исключения с фотографии? Я раз не прошу бороду запретить, потому что фотографии не соответствуют. А это не запрещено законом. Ну все, товар у вас остается. И он наоборот на вашей стороне. Мы на стороне закона. Народ. Серьезно? Да, не вы. Серьезно? Да. Я только за вас правильно все сделали абсолютно. Вот, ну хоть в этом поддержка от вас. От нас всегда людям поддержка. Серьезно? Конечно. Доверяет тем, кто проверен. Доверяй, но проверяй. Как есть, так и говорю. Вы сами точнее говорите. Были привлечены к ответственности. Подождите, а что за место составления? Балаково какой-то город. Вот. Это что такое? А зачем вы порвали? Юрий Григорьевич. Я не Григорьевич. Георгиевич? Таблетки попейте. Да? Каких? Глицин? Знаешь такое, нет? Я не знаю. Врач обратился. Да зачем? Уплыл лосось-то без головы-то. Без хвоста, без головы, без кишок уплыл. Я согласна, просто таял, наш косяк. Таял и сплыл. А есть еще детская, там уголовная статья уже. Да любая просрочка – это печально. Я говорю, в кино посмотрите. Кино? Да. Это есть случаи по стране. Якобы опечатанный товар возвращался обратно на витрину. Можем быть свободны? Конечно. Выражаю вам благодарность от имени общественности. Бери торт, иди на кассу. Да. Нормально берегли или? Да, нормально. Чума, довольны с тортом? Довольны? Конечно. Побриться вам надо, бороды – это зло. Борода – это сила. Это мощь. Все с бородами были. Татьяна Борисовна, моментом покупки считается взятие товара с полки. А вот далее его нужно оплатить. Просрочку оформляю. А вот видите, рыба, семга. Сейчас это все вернем, опишем. Ну, у них сейчас изымут под ответственное хранение. Прошу вас. Слушаю вас. Я уже представлялся. Ну, я имею в виду, что нет, вы мне не представлялись, вы представлялись Дмитрия. Ну, вы стояли рядом. И что? Какая разница, какие стоят? Вы представлялись Дмитрию. Мне вы не представили. Моя фамилия Багиров, Юрий Геннадьевич. Юрий Геннадьевич, отлично. Удостоверение Дмитрий видел, я ему доверяю. Вы доверяете? Да. Теперь, пожалуйста, ваши документы, потому что вы ко мне обратились о том, что вот здесь у вас просрочку вы приобрели, вы мне показали чеки. Угу. Вот так, как у нас эта регистрация будет регистрироваться в журнал ПУСТ, прием заявлений. Угу. Вот. Мне надо ваши данные, потому что у нас в журнал не вносится. Так, данные персоны вам нужны, да? Конечно. Имя, отчество, фамилия. Да. И установочные, там, паспортные данные. Вот либо паспорт, либо водительское удостоверение. А. Будьте так любезны, подъявите, пожалуйста. Так, это в связи с чем нужно? Ну, основание? Вот вы сейчас будете делать мне заявление. А, да? Да. Да, все, ясно. Добро. Заявление, я так понимаю, вы будете так же, как ваш коллега? Один в один. Только будет уже протокол не по замороженной рыбе, лосось, да? А будет по... Так, паспорт. Можно, да, в руки взять? Нет, нельзя, только из рук. Хорошо. Без оборота на меня. Он Николай. Не вслух, пожалуйста. Это разглашение персональных данных. Я называю данные, не стесняюсь. Вы обязаны. Законом. Нет, ваша деятельность открытая и публичная. Вам. А это получается, вы сейчас снимаете меня, выкладываете в интернет без моего ведома, без моего согласия. Я тоже на это согласие не давал, правильно? Извините меня, вас никто не снимает. Ну как? Никто не снимает. А что вы сейчас делаете? Проводите... Откройте, мне надо регистрацию. Видеофиксацию произвожу. Снимайте меня на свой видеотелефон. Нет, да. Не снимаю. Ошибаетесь. Пожалуйста. Не вслух, пожалуйста. Я не вслух. Ну как не вслух? Я же слышу.
Как вы можете? Я в маске еще нахожусь. Как вы можете слышать? А, маска, чтобы заглушать звук, что ли? Я читаю, чтобы для себя услышать, запомнить. Угу. Ну, если что, еще раз покажу, не вопрос. Ну, далеко не убирайте, потому что она будет записывать паспорт. Добро. Все-таки давайте это удостоверение можно посмотреть? Я же вас показываю. Нет, не показали. Вы тут сказали, что не надо. Причем, ну, я перейду. Весь наш разговор на меня телефон что-то, свой. Что-то это, утерялось доверие к вам случайно. Как так? Вот так бывает. Вы со мной сейчас находились только долгое время. Будьте добры, выполните, пожалуйста, статью 5, пункт 4 закона о полиции. Я сейчас выполню, секундочку, смотрите. Добро. Мне просто интересно, как вы так быстро утеряли ко мне доверие. Из-за того, что я просто попросил ваши документы, удостоверяющие вашу личность. Не, не из-за этого. А из-за чего? Ну, секрет. Я же не на допросе, правильно? Угу. Зачем снимаете то, что у меня находится? Для чего снимаете то, что у меня находится? С чего вы взяли, что я вас снимаю? Юрий Петрович? Я уже представлял. Не, ну я что правильно, чтобы это... Как вас называть? Как вам обращаться? Юрий Петрович? Нет. Ну, по имени можно? Юрий Геннадьевич меня зовут. О, Юрий Геннадьевич. Так, вы, пожалуйста, телефончик в сторону уберите. Почему? Потому что я показывал свое удостоверение, не хочу снимать. А мне же надо слечить эту фотографию с лицом вашим. Вы бы телефон, пожалуйста, уберите. Ну, вот так уберу. Вот. Не, не надо, чтобы... Я вам могу вот так показать. Не попадает. Давайте вот так, вот да. Вот так, пожалуйста. Так. Ух ты. Багиров Юрий Геннадьевич, старший лейтенант полиции. 4 февраля 2021 года. Действительно, до 4 февраля 2026. Но личный номер B-933-900. А маску можно приспустить для свечения с фотографии? Угу. Не-не, полностью вот так на это. Я приспустил. Ниже подбородка, пожалуйста. Смотрели, убедились? Не-не, ниже подбородка, пожалуйста. Я не убедился. Я уже не прошу бороду запретить, потому что фотографии не соответствуют. А это не запрещено законом? Ну, видите, законом тоже не запрещено на маске снимать. Ну, если бы у вас была борода... Я за свое здоровье, поэтому я не хочу снимать маску. Из-за моей бороды? Нет. А, из-за снятия маски? Да. Ну, все равно же приспустили немножко. Ну, немножко. Наполовину переживаете за свое здоровье? Да. Ясно. Вы хотите цепляться к вам? Не-не, я просто уточняю, мне не ясно. Так, давайте с вами разбираться. Вы вчера... приобрели в данном магазине продукты питания. Да. Я приобрел конкретно спаржу. Угу. Так. Ну, дальше. Я считаю, что она просроченная. Об этом я узнал вчера вечером, когда пришел домой. И решил сегодня прийти и заявить об этом, сообщить вам. Узнали только сегодня об этом или вчера еще? Нет, я же говорю, вчера вечером. А когда пришел домой? А? Пришли домой. Что? Когда пришли домой, тогда увидели. Ну да. Сейчас вы пришли в магазин для чего? Чтобы оформить правонарушение, привлечь к ответственности руководство магазина за просроченный товар. Где было приобретено данное продукция? Да, здесь было. Чек с собой имеется. Хорошо. Евро, гражданин. Мне привезут к вам устного заявления. А у вас что, закончились? Да, к сожалению. Так давайте я вам пустую бумажку дам, вы на ней напишите. Есть специально оформленный бланк. Прям специально? Специально оформленный. Прям вот без него никак. Вот вы сейчас будете даже с ним ознакомиться, когда будете расписываться в нем. Чтобы не терять время, мы сейчас отберем пока от вас объяснение. И к этому времени... Так объяснения берутся по сообщению о совершенном преступлении, правильно? Сообщили. О совершенном правонарушении. Вы сообщили? Так я устно сообщил. Ну, вот я вас это прошу. А, ну я считаю, что надо сначала оформить письменно. Мы подождем. Вы тянете время? Для чего? Не знаю. Я не знаю. Я же вам предложу. Возврат уже не будете делать, я так понимаю. Что? Вы же мне сказали, что вы будете делать возврат. Сейчас вы возврат уже не будете делать. Почему? Буду. Буду. Сейчас будет оформлено сообщение о правонарушении. Товар изымется под протокол... осмотра места происшествия. Я вам не могу сделать, если его изымут. Как не можете? У меня есть копия чека.
Ну а как его изымут и как я вам оформлю возврат? Так а я-то тут при чем? Все это вопросы к полиции. У меня чек на руках, товар у вас будет на ответственном хранении. Вы куда будете изымать товар? Себе в отдел полиции или здесь оставите? Здесь оставим, расписку. Здесь? Да. Ну все, товар у вас остается. Вам где удобнее? Товар у вас остается. Так, там сейчас будут писаться персональные данные, да? Да. Я так туда камеру не направляю. Да, я думаю, все как в паспорте. Это официальный документ, на основании этого. Только слух не произносите, пожалуйста. Ну, персональные данные. Так он и просит, но он вам ничего не сказал. Ну, что вы так реагируете? Размечтался. Не вы шутите так. Непонимание начинает, давайте мы... Почему не понимаю? Я наоборот на вашей стороне. Не надо разглашать персональные данные. Нет. Мы на стороне закона. Народ. Серьезно? А не вы. Серьезно? Да. А просрочка это что? Вы считаете это что? Я что-то противоправно делаю? Нет. Я только за вас правильно все сделали абсолютно. Вот. Ну, хоть в этом поддержка от вас. От нас всегда людям поддержка. Серьезно? Конечно. Не знаю, почему так настроены против нас. Ну я просто понимаете? Юрий Геннадьевич. Доверяю наконец-то за то. Конечно. Ну просто это не всегда с первого раза запоминаю. Доверяю тем, кто проверил. Вы слышали такую пословицу? Угу. Ну вот я вас проверял. Я слышал, доверяй, но проверяй. Ну да. Много в нашем. Ну да. В нашей российской. Просто мой опыт говорит об обратном. Не, вы в курсе, да? Вы знакомы со мной, нет? Наслышаны на моей деятельности? Нет, я вас не знаю, вас вижу первый раз. Ютуб-канал с Рубнадзор не смотрели? Ну, не интересуюсь вообще Ютубом. Ну, зря. Я считаю, это много там лишней информации. Серьезно? Да? А вы послушайте, что в отделе полиции номер 3 творится, когда туда телефон занесли с включенным диктофоном. Не интересно? Я даже, говорю, не смотрел Ютуб, я не понимаю, о чем вы говорите. Ну, понятно. Сейчас. Я думаю, у вас там в отделе полиции 2, это, возможно, предположительно то же самое творится. Так, а полицейские тем временем ППСники уехали. Правонарушение. Видите, сколько просроченной рыбы? Вот это вся рыба просрочена. Не, это просроченная. Это вещдоки. Да я понимаю, я смотрю просто. Так, я вот где-то на улицу подышать воздух. Всем привет. Вы про перекресток говорите? Про перекресток. Это везде, это не только в Москве. Это вы и сейчас можете такое делать. Еще тихо. Я тут? Ну, я пойду тоже подышу. Что? Пойду тоже подышу. А, подышите, подойдите? Конечно, куда я сейчас? Добро. Так, народ, всем привет. Я вернулся, воздухом подышал. Полицейский тоже подышать пошел свежим воздухом. Так, поясняю, что происходит. Значит, вчера купил торт, Артем. Я купил спаржу. Сейчас то же самое с тобой будет. По поводу торта. Торт какой? По камерам посмотрят, ты купил. Я не буду это говорить, что это я купил. Понятно. То же самое. То же самое этот. Сообщение будешь писать. Понятно. Надо еще заставить этот вернуть, забрать деньги и бал. Ну, само собой. И товар. Они же там товар качественный отдать. Конечно. Потому что она сейчас не шукала, стояла, типа, этот, что, как я могу, типа, вернуть, если вы изымаете. Ну вот так. Товар-то у них остается. Под ответственное хранение. Вот, а я бил спаржу вчера, просроченную, 16 ноября. Дата изготовления 16 ноября. Тут видно, я не знаю, 16 ноября. Что, продолжим? Да, конечно. Подвезли вам, да? Да. Принятие устного заявления. Отлично. Пишем. Просто сегодня много кто именно устно пишет. Приготовьте пока документы свои, потому что там указывают. Сейчас я вот готовлюсь. Тут не столько документы, сколько бумага. Теперь вырезали на тайник. Нет. А вы резину тянули? Почему? Как есть, так и говорю. Вы сами точнее говорите. Ну, текста можно с того заявления взять, с предыдущего. Ну, чтобы точнее, я просто... Сейчас, секунду.
Что, полицию вызвали, участковый здесь, а сейчас второе соединение пишем. Скоро будет третье, тут по трем разным товарам, тут человека разных покупали. И приезжал патруль за чем-то, не знаю, для чего. Возможно, хотели задержать. Возможно, что-то про маску спрашивали. Город Сургут. Добро, идет этот, смотри, прямой эфир идет на канале Сургутнадзор 2, можете посмотреть. Добро, ну, может, ты там учителем зайти. Женя, мы можем продолжить? Добро. Все, давай. Сейчас, секунду. Что, паспорт опять нужен, да? Да что ж такое? Так, паспорт персоны Российской Федерации. Так, показываю. Вы держите, я буду записывать, держите пока. Держу. Так, я прерывался, звонил Сан Саныч с канала Клуб Патриот. Интересовался, как дела. Без оборота на него. Вам принесли? Чего? Вот, да, вот текст есть. Будете зачитывать или так? Я буду своими словами говорить. Давайте. Так, я хочу, чтобы АО «Торговый дом Перекресток» и руководство магазина «Перекресток» по адресу Юности 8 были привлечены к ответственности за осуществление продажи продукта питания с истекшим сроком годности. Усматриваю признаки административных правонарушений, предусмотренных статьями 14.4 КАП РФ и часть 2, статья 14.43 КАП РФ, требуя обеспечить сохранность данного товара как предмета совершения административного правонарушения. Данный материал направить в территориальный отдел Роспотребнадзора по подведомственности. Товар спаржа приобретен 23.12.2021 со сроком годности до 16 ноября 2021 года. Ну, в принципе, все. Так, ну, убирайте свой телефон. Я уже буду представлять ваше заявление. Читаем. Так, это все это мои данные. Здесь ваши данные. Подождите, а что за место составления? Балаково какой-то город? Да. Это что такое? Вы специально? А зачем вы порвали? Ну, почему вы спорщины тут, да? Я сейчас перепишу и все. Просто времени тянете. Как вы говорите, резину тянете? Ну, тянем. Ну, и бумаги рвете вон. Зачем порвали? Вот, бумажка торчит, валяется. Юрий Григорьевич. Не понял. Я не Григорий. Георгиевич? Я не давно уехала. Сколько можно ждать? Я Григорьевич запомнил. Не? Я извиняюсь тогда, я опять забыл. Таблеточки потрясли. Да? Каких? Хотя бы глицин. Глицин? Советуете? А что за таблеточки? Советую. А что за таблеточки? Психотропные, транквилизаторы или нейролептики? Или что это? Глицин. Знаешь, такое, нет? Я не знаю. Юрий Петрович. Нет? Ну, серьезно, я забыл. Вот глицин помню. Вот что не помню. Врачу обратитесь. Да зачем? Знает. Зачем? У меня память хорошая. Я просто вот на имена и отчество не сразу запоминаю. Что, одно отчество забыл и это... Надо уже к врачу бежать. Махаем ручками. В прямом эфире. Народ, кто меня слышит, перемотайте, пожалуйста, прямой эфир. Примерно минут 20-30 назад. Подскажите, как зовут полицейского? Юрий, то ли Геннадьевич, то ли Петрович, то ли Григорьевич. Юрий Геннадьевич, благодарствуй, народ. А я Григорьевич, да, говорил? Немножко ошибся. Вот народ подсказывает, Юрий Геннадьевич. Да, в Сургуте темно и уже давно. А сколько время? В Сургуте 17.33, стемнело где-то 15:30. 15.30 где-то стемнело. Ну, начинает темнеть. А на торт? А торт вот человек купил. А, другой? Артем, да.
Так, что там народ пишет? Антон, три бумажки, а сколько волокиты? Ну да. Очень много волокиты. Юрий Геннадьевич, благодарствую. Поэтому народ не связывается. Все бегут, бегут, бегут. Ну, и сколько вы бежать будете? Вы к персоне обращались? Ну что? Ознакомьтесь. Так, город Сургут, 24.12.2021. Спаржа, приобретенная 23.12.2021, сроком годности до 16.11.2021. Угу. Все правильно? Да. Подпись ваша. Подпись, протокол. То есть пишите здесь прочитано, это уже с вашей рукой. Заявление есть либо нет. Здорово. Или у вас своя? Конечно, своя. Вы же знаете. И откуда я могу знать? Я вас вижу первый раз. Это знаешь, ваша фамилия? Я сам это взял. В смысле? У кого я взял? Вы смотрели паспорт? Нет, это паспорт получали. Есть тоже паспорт? Ты прям ваш настоящий. Ну, вы же видели, да? Да. С чего я взял? У нас когда паспорт получают, они говорят, что я же можно любое взять. Ну, это надо... Ну, вот я и поэтому не спрашиваю, нет, просто неинтересно. Понятно. Имя рода Булгаков. Все? Я что, сфотографировать хочу. Все? Так, протокол принятия устного заявления о преступлении написан. Не о преступлении. А написано о преступлении. Ну, вообще-то, да. Вообще он не преступление, это нарушение. Ну, написано о преступлении. Согласен. Согласны? 306-я за что берется? За правонарушение? Да. Так, давайте опять паспорт пока не убирайте. Теперь что объяснение такое? Дадим быстренько. Я же давно с вами не общался. Со мной вообще первый раз общаетесь? Я имею в виду полицейский. Причем полицейский всегда на свой счет принимает. Наличный причем. Образование ваше? У персоны выше. Пока не убирайте. Угу. Семейное положение. Отказался сообщить. Я на Ждвине? Нет, не, у вас. А, у меня нет. Вы с работой? Как вам сказать? Как много? Есть. Много. И председатель профсоюза международного. И журналист. И председатель общественного комитета по борьбе с коррупцией. Пишите правозащитник. Председатель международного профсоюза «Солидарность» по городу Сургут. Так, вопрос задаю всем. На офисе КНД состоите? Насколько мне известно, нет. Угу. Просто я как бы не на ваш просто адрес. Ну, я вам могу рассказать двух слов, если вас интересует. Так, вчера в Магнит перекресток укусили. Во сколько примерно? Я не помню, во сколько мы приходили. В чеке написано, во сколько. 23.12.2021. Примерно в 17.50. Приобрел спаржу. Данный товар оказался с истекшим сроком хранения. Но это вы увидели уже дома. Да какая разница где? Вы с моих слов записываете. Хорошо. Так, который оказался... С истекшим сроком хранения и годности. Все. А можно вопрос, а почему у нас город был указан? Какой там был оплат или что-то? Это я просто недавно перевелся. Да? Да, поэтому еще. Откуда, из какой области? Ну, это зачем? Да. Ну ладно, потом на все. Да. Так. Это ваша роспись под вашими данными. Положите это быстрее. Причем тут на учете в КНД не состоит? Я такое не говорил. Я сказал, насколько мне известно. То есть мне есть поправку сделать, насколько известно, не состою. Да. И роспись. Исправлено, не верить. Это вот вы здесь напишите, что в вашем присутствии рассвет была поправка. Так и ваша роспись вот здесь вот рядом должно быть исправлено верить, и ваша роспись обязательно. В вашем присутствии. Mm-hmm. Поправка была внесена в моем присутствии. Пожалуйста, напишите, чтобы потом не было вопросов. Так, читаем текст. Но не состою. 23.12. Вечернее время. Примерно 17.50. Я пришел в магазин. Который оказался истекшим сроком хранения и годности. Отлично. Поправка была внесена в моем присутствии. А из-за чего перечеркиваете галочки? Ну, потому что это как в голосовании. Вы приходите голосовать на выборы?
вы там ставите не роспись, а именно галочку, либо крестик. Вы за меня поставили галочку. Нет. Я-то дееспособный, я могу и сам поставить, правильно? Я поставлю, чтобы вы знали, где... Да я-то и так знаю, я-то дееспособный. И для тех, кто не знает, я-то знаю. И то у вас просьбы надо. Это получается, вы свои изменения протокол внесли. А вы же мне не разъяснили, что вы все это делали. Читали? Разъяснено. Нет, не разъяснено, я так считаю. Что вы можете... И говорить показания против себя и своих близких. Вы не говорили об этом. Тут же все написано. Ну, что написано? Вы обязаны были разъяснить. Тут же написано. А может, вдруг мне слово непонятно. Кто такой родственник? Ух ты. Смотри, клиент какой бы зашел. Ты кто? Есть. Красавчик. Да, почему без намордника? А? Юрий Геннадьевич, смотрите, какие клиенты без намордника ходят. А вдруг он опасен? Вроде смирный. Ну, аккуратнее, пожалуйста. Все-таки животное. Да? На запах идет. Постоянный клиент был, да? Ну, вы видите через кассу, как все. Просрочка, да? Да, просрочка. Опять пришел. Я же говорю, постоянный клиент. Иди. Тебе мясное дело надо. Вы ему хоть имя-то дали? Имя дали хоть? Нет. Нет, назовите. Там, не знаю, Бобик. Вот тогда уже можешь командовать ему. Бобик, иди отсюда. И все, и он уйдет. Он же соображает. Так, что народ пишет? Дайте псу сосисок. Бумага – это основа системы. Ну да. Чем дольше пишет, тем быстрее окончится смена. Ну да. Молодцы, если бы все так делали, у них бы руки опустились. А так... Ну, вы что такие пишете? Превышает полномочия и совершает действия, угрожающие конституционному строю. Ну, я так не считаю. Так, Антон, здравия вижу. Ну, несколько живых мужчин и... Да. Опять пишете гадости какие-то. Даже собака живая. Ну да. 2 часа эфир идет. Так, всем здравия, всем в совести и разума, не будете следить правду. Всем все хорошо, все в порядке. Антон в норме, что случилось? Ну, можете перемотать прямой эфир на начало, увидите. В общем, просрочку оформляем. Очень хорошую просрочку. 7 рыбин на общую сумму где-то 30 тысяч, что ли. И плюс торт, плюс спаржа. Так, Антон, отдельно благодарность, что нет мата. Видео длинное, дети могут тоже мимо проходить. А это обязательно без матов. Вы что, это сразу статья 20.1 «Мелкое хулиганство». Так, благодарю вас, уважаемые. Жму руку. Благодарствую. Сейчас оставим товар под ответственное хранение. А, кстати, рыбу-то что увезли? Где рыба-то? А в смысле уехал? Ее печатать должны были. Ты видел, как ее печатали? А что не заснял? Да ё-моё, вы что? Они сейчас обратно могут это... Юрий Геннадьевич, я бы хотел свое объяснение это сфотографировать. Я его не сфотографировал. Можно на 5 секунд? Все, благодарствую. Почитаю. Чем дело-то кончится? Ну как, чем? Роспотребнадзор, передадут материалы. Сейчас пойдем фоткать эти места, где была обнаружена просрочка. Так, это не обязанность, где искать просрочку. МВД обязанность. Нет, эту обязанность приложили на граждан и на Роспотребнадзор. Так, не собака, а пес. Кто-то даже рассмотрел, что это пес, а не собака. Собака – слово иностранное. Возможно так. Покажите некоторые ценники для сравнения, например, мандарины. Чем дело так? Здравствуйте сначала. Привет. Так, мандарины, да? Ну, пойдем покажем. Супер цена, вот написано. По карте клуба. 99,90. Мандарин 1 килограмм. Производство неизвестно чье. А подскажите, мандарины чьи производство? Не знаете?
Страна. Не знаете? Так, томаты 179,90. Огурцы 124,90. Так, Антон, не игнорируйте телеги. Вы видите, я занят в прямом эфире. Какая телега, о чем вы говорите? Благодарствую. Пожалуйста. Так, смотрю вас с самого начала. Молодцы, все отлично. Звуковидимость отличная. Благодарствую. Так, я имею в виду потом, вчера писала. Ну, понятно, у меня тысячи сообщений. Вы что? Рыба уплыла. Ну да. Уплыл лосось-то, без головы-то. Без хвоста, без головы, без кишок уплыл. Таял и сплыл. Вы что, это же важный момент. Так, благодарю за утраченную энергию и время. Нет, ничего не утрачено. Опыт приобретенный, опыт бесценный. Так, ну вот Роспотребнадзор, я обязан с утра до вечера бегать. Бегать и искать просрочку. А ты, Антон, в это время другими делами заниматься мог бы. Ну а кто, если не мы? Как говорится, наши, не ждите наших, наши не придут, потому что наши – это и есть мы. Так, Антон, эфир мощный, благодарствую. Так, надо сносить с собой все распечатанные законы по маскам и не только. Это да. Как у меня опыт суда вчера проиграла по 26.1. Ну, надо же знать, что говорить. Так, работа у нас до 23, сейчас у нас 18. Ну, время еще есть. Так, в Калининграде цены почти такие же, кроме мандаринов. Дороже из тех, что показаны были. Ну, это же сеть, как говорится, сетевики по всей стране, у них примерно одинаковые цены. Потом по возможности продемонстрирую, можно вымышленные для развития роспись и заполнения данных персоны. А, ну, покажу потом. Так, что дальше, Юрий Геннадьевич? Вы составили, да, еще два протокола, посмотрев место происшествия? Ну, вот сейчас протокол уже изымаете. Угу. Я уже буду понимать. А вы, кстати, я что-то не заметил, рыбу-то опечатали, засунули в пакет? Да. У меня расписка есть, там где расписалось, все. Угу. Количество рыб, вес, все, все по закону, не переживайте. Добро. Пойдемте. Куда? Протокол. А, со мной? А как? Давайте. Вы уже не против? Я же для чего вас позвал? Вот, я там так думаю. Да. Так, осмотр начат. Время, пожалуйста, скажите. 18.10. Да. Тик-тик-тик. Без оборота, да? А можете позвать директора? У меня просто могут бабы поставить. Вот вы, пожалуйста, перегоните директора. Все, Антон Николаевич, спасибо. Паспорт мне больше не нужен. Антон Николаевич. Итак? Нет, все так. Слушаю вас. Сейчас дождемся второго лица. А? Сейчас дождемся второго лица. И присутствие. Вторую влад. Сторону. И вторая сторона, да? Я-то не лицо. Извините. Это вот также в одном составном расписке мне написано. Как он без товара вам вернется, сумму я не могу поменять. Обязано. Главное условие – это наличие чеков. Товар у них же на ответственном хранении остается. Давно здесь работаете? Нет. По просрочке первый раз? Да. Работаете очень редко, это называется. Очень плохо. Это ладно, мы еще в эту простую просрочку обнаружили, да? А есть же еще детская. Угу. Там уголовная статья вообще. Ну, детская, конечно. Да любая просрочка – это печально. А не слышали недавно, месяца два или три назад? По-моему, где-то... Где-то в Петерке, да? Маныч, в Петерке три месяца назад была вызвана оперативно-следственная группа. И оперативники, увидев, что так много построечки, там было две корзины, по-моему. Они когда увидели это все, они, я так предполагаю, что они там же живут. У них и семьи, там, и дети, скорее всего, ходят в этот же магазин. Угу. Они это все увидели и приняли решение это закрыть магазин для проведения оперативного разыскного мероприятия. Или как они называются, не знаю. Для осмотра места происшествия. Магазин стоял, по-моему, 2 или 3 часа закрытый. Дома не пускали, не будут искать. Ну, видите, я следственную оперативную группу не вхожу. Ну да. Мы просили либо участкового, либо оперативного следственного группу. То есть там полицейские осознанно подходят к делу, и они сразу
объяснили, что происходит вообще. Две корзины на такой маленький город – это слишком много. Я понимаю, там один-два-то вот это, ну, не увидели, забыли, там, еще что-то, как-то не досмотрели. Но когда две корзины, три тележки точнее, а бывает и пять тележек в некоторых магазинах. Совсем случайно. Ну вот, видите, когда люди приходят, начинают по закону действовать. Тут же начинают какие-то препятствия. То руководство начинает как-то... В данный момент я вас никаких препятствий объяснить не видел. Нет, вам никаких претензий. Нет, не то, что ко мне. Я даже раз ехал, я смотрю, к вам вообще никто ничего никаких препятствий не делал. На момент моего приезда, когда ты с вами сюда приехал. Ну вот единственное, что была попытка невозврата товара, то есть, ну, сказали мы, как... У нас же возврат произойдет, правильно? Так, смотрите, мы принимаем эту фаржу, да, я вам покажу. Так, мы сейчас вспоминаем, какого мы принимаем. А место происшествия, как мы узнаем? Ну, они приедут. Они просто приедут. Я узнал, там также фотографируют. Есть чек, есть место, есть камеры видеонаблюдения, можете ознакомиться. Я действительно вчера сюда приходил, купил товар. А можно баночку? Мне надо это. Грамм полностью. Что за баночка? По мне сначала спаржа. Спаржа по корейски. Грамм, грамм, грамм. Нет, отписка 60. Напишите, пожалуйста, на слово «нет». Это очень важно. Угу, так и... Дата, как, дата изготовления. 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 Сейчас распишемся, потом пойдете и покажете, где сфотографируем. Нет, сначала смотрим, фотографируете, потом капитация роспись. Пойдемте. Пойдемте сразу справиться, где торт убрали, чтобы нам два раза не ходить. Да, пойдемте. Так, торт вот здесь стоял. Нет, вы мне пока покажете свое. Ну, я знаю. Мы же вместе заходили. Ну, а я-то не знаю. Так, фаржа, фаржа, что-то вот здесь. Так, так, так. Вот здесь фаржа стояла. Бля. Фаржа по-корейски. Слушайте, я вас... Пожалуйста. Идем обратно? Да. Пойдемте. Можно в один пакет, я не знаю, как под ответственное хранение, или каждый да, пакет? Да, в один пакет. Можно в один? Потому что материал один будет все равно. Думаете? Да. Смотрите сами. Ждем директора? Да, конечно. Директора ждем. Так его, что, кто-то, никто не позвал же? Она ушла, сейчас приду. Чистыми не ставят. А. Тут ручка есть, бумаги нет. Вы расписываете, где галочка стоит. Где двоечка? Да. А вы единичка, без галочки. Не, я не единичка. Я распишусь там, где единичка. Где цифра-то один? Так, 18.10, дата окончания. Ну, мы еще не закончили его? Нет, давайте закроем. Все, заканчиваем.
Ну, если да, ознакомьтесь, может, там не надо никаких поправок, но, может, что-то вы сюда хотите. Хорошо, давайте ознакомимся. Вот, а потом мы уже доставим. Логично, что? Согласен. А что, чего осмотр-то произвели? Чего не написали? Вот же осмотр. 98, магазин, перекрёсток. Ну, понятно, осмотр чего? Директор магазина. Отлично. Все правильно? Закрывай. Если больше нечего. Все, расписывайтесь. Так. Отлично, галочка не поставили. Замечательно. Благодарствую. Фотосъемка, витрины. Да, витрины. Потому что Роспотребнадзор завернет материал, если вы не приложите фотоматериал. Допишите, пожалуйста. Фото прилагается. В ходе осмотра было изъято что? Но мы живот уже изъяли. Ну, так надо написать. Но она живот уже изъята. Установлено. Объект Москвы. Это объект Москвы. А где написано, что изъят? Напишите, пожалуйста. Вы же изымаете? Под ответственное хранение. Баночка спаржа. Одна штука. Все, отлично. Так, сколько вы фото сделали? Два фото? Угу. Два фото. Отлично. Так, перед началом ставлю прочерк. Никаких возражений нет. Татьяна Борисовна. Ставлю прочерк. Я сама поставлю. Не-не-не-не, там. Не-не, тут вот смотрите. Дарите, пожалуйста. Перед началом, в ходе какого-либо осмотра, участвуют ли заявления, поступали, не поступали. У вас есть какие-то заявления? В ходе осмотра заявления. Вот мы сейчас есть? Закроем? Нет. Нету? Все. Все, закрывайте. Отлично. Нет, не учили. А вас учили? Давайте вы это потом подискутируйте. Не сошлите, что надо было. У меня помимо вас еще другие адреса, поэтому... Я все понимаю. Дискуссия... У вас есть немножко тягучесть резины, и у нас иногда бывает. Все человеки все ошибаются. Нет, мы не тянем резину. Ну как? Объяснение переписывали. Так, специалист отсутствует, иные участки вещи есть, отсутствуют. Мне очень жаль, что мы тратим ваше время, но ситуация касается... Это не мое время, это... Служебное. Это не мое время. Я на службе, я не тороплюсь. Ну... Вы все закончили? Да, еще. Ну, вот здесь, смотри, специалист отсутствует. Специалист уже не был. Прочерк, где специалист? Ага, идет специалист тоже. Ну, а что тут написать надо? Протокол прочитан. Ну, сами же прочитали. Да. Прочитан, ну, да. А Татьяна Борисовна будет писать? Ну, если захочет, то будет. Ага. Я же не могу заставить. Я сам первый раз просто. Просрочку кроме. Все, да? Да. Могу я сфотографировать? Ну, вообще-то такое не желать сфотографировать. Почему? Там же нет персональной данной. Ну как, это фамилия имя, отчество есть. А вон она на доске лежит полностью, да? Фамилия имя, отчество, конечно. Это же должностное лицо, это не персональные данные, при исполнении. Тем более эти фотографии будут использоваться только в случае судебных разбирательств, если таковые вообще возникнут. Но вы ничего не собираетесь. Да. Чем занимаемся? Да. Да. А вы в курсе, что вот то слово, которое вы сказали, подпадает под статью административного правонарушения 20.1? Поэтому я вам делаю предупреждение в общественном месте. Будьте добры, пожалуйста, больше так не выражайтесь. Слово «хрен» можно использовать, а вот то слово, которое вы использовали, оно недопустимо в общественном месте. Отлично. За эти 3 минуты прозвучала определенная фраза со стороны директора магазина, которая, в которой я усматриваю признаки совершения административного правонарушения 20.1 КП РФ. Это мелкое хулиганство. Было произнесено слово на букву «Х», но не «хрен», а другое, короче, намного. Вот так. Тебе не нужен борщ? Мне не нужен. Упакован. Вот. Ты заснял эту рыбу возле? Да. Ее упаковали? Пакет? Нет. Нет? А как ее вывезли? Вы должны были этот пакет большой и запечатать. Если вы не нравится вам, что-то сработал, следственный комитет на меня жалуется.
Ну, вот вы просили не вмешиваться в разговор. Вас выехали с этих, а сами вмешивались. Ну, что бывает. Ну, это я не к вам претензию предъявляю. Это между, ну, между собой мы общаемся. А учитываем ошибки на будущее. Ну, также все вычеркиваете, кто отсутствовал. А ему зачем галочки поставили? Главное, чтобы он вон прочерки везде поставил, что нет особых мнений, специалисты не указывали, ни это, не участвовали. Здесь. Пускай он сам ставит. Твоя задача только поставить ровно лист. Да. Ну все. Все, сейчас, да? Извините. Тяга к правозащите непреодолима. Так, здесь. Сейчас какие действия? Ваши, все. Все? Все. Можем быть свободны? Конечно. А товар на хранение ответственный? Все, вы же его расписали, все, я... А вы его печатать никак не будете? Да, это я уже сам проведу. А мы хотели посмотреть, а никогда не видел. Печатайте. Кино посмотрите. А? Кино посмотрите. Почему кино? Я же говорю, в кино посмотрите. Кино? Да. Ну, мы же сейчас это, как говорится, видеофиксацию производим. Да. Хотел, Борис, дайте, пожалуйста. Вот я в своем бы кино хотел посмотреть. Что? Возврат, говорю, оформить надо. Обязательно. Ну, все то же самое, очистили все ваши посты. Я просто никогда не видел, как товар пакуют. Вот даже с рыбой пропустил этот момент. По идее, его должны опечатать. То есть дать на ответственное хранение по всем, как говорится, правилам. Я вот сейчас поеду в комнату, там все печатаю, сдам. Ну, по идее, вы при нас должны опечатать. При понятых, там же написано понятые. Торт никто не съел. Да, не дай бог, кто-то возьмет и торт все этот скушает потом. Нам потом они проверяют торт. А? Просто как ответ на дур, они будут проверять торт. Ну, мало ли, может, я не знаю, без упаковки, без опечатывания оставят в подсобке. Может же быть такое. Кто-то проходил мимо, ну красивый торт, хочу и все. Добро. Я бы хотел, чтобы при мне опечатали. Добро. Серега, собираем? А? Серега, собираем? Добро. Здорово. Еще не все. Я представляю немножко, да, как это должно быть. Слишком сладкий торт и слишком просроченная спаржа. Да, долго это дело. Классный эфир сегодня, благодарствую. Торт просрочен, да, торт просроченный тоже. Неизвестно на сколько. Так, а что еще должно быть? По идее, какая-то наклейка, да, с вашей подписью. Заклеим ушли. А? Заклеим ушли. А, заклеим ушли, да? Я сказал, еще не все. Угу. Но с рыбой же вы так не сделали. Все будет сделано. Просто есть случаи по стране, что якобы опечатанный товар возвращался обратно на витрину. Так, поспешите. Чего? Главы третьи. Три росписи. Так. Так вы пишите дату, да, время, да. Спаржа по-корейски. Так, у нас 24-12-21. Костя, время сколько? 18:43. Тут торт и спаржа. Да, я помню. Да. Так, фамилию напомните мне. Фамилия персона был, да? Дальше. Артем? Фамилия персона. Ваша персона. Напротив фамилии расписывайтесь. Да, то же самое тогда себе сделал. Отлично. Благодарствую.
потребуется. Юрий Геннадьевич, выражаю вам благодарность от имени общественности за вам хорошую службу. От имени МВД, что помогаете нам, что не справляемся. До свидания. Все, благодарю. Если надо будет, напишем письменно благодарность. Обращайтесь. Так, что, возврат? Возврат, да? А что она ушла? Она же сейчас должна... Она хранит. Ну, она... По чеку возврат будет. Ага. Там не только возврат, там обеспечить условия акции надо. Так, теперь надо... Мы хотели возврат оформить, девушка. Чеки у нас с собой. У тебя же своя карта, да? Перекресток. Да. Вот ты на свою оформишь, я на свою. Нина, возврату с вами разговаривать или с директором? Нам сказали, помимо баллов, еще должны товары. Сейчас старший кассир подойдет. Не-не-не-не-не. Заявление надо заполнять. А я без заявления не смогу. В случае отсутствия человека, прочитайте инструкцию. Я баллы вам не смогу насчитать. В прошлый раз, месяц назад, мы нам также требовали. Также требовали заявления, но когда подняли инструкцию, там написано, в случае отсутствия человека, человек у нас на руках, вот он. Нет, я понимаю, но мне заявление надо, чтобы я буду заявку прилагать, где вам... А, ну сами напишите, в прошлый раз также сделали, указали номер карты и все, и сделали возврат. Потом сделаем заявку на получение баллов. Номер карты месяц назад так сделали. Баллы быстро пришли, буквально за 4, наверное. Ее услуга сказано, что еще должны вернуть товар, только на момент поступления. Помимо баллов. Ну вот там взяли, там начать. Ты хочешь торзить? Да. Если они должны его отдать. Конечно, я хочу его взять. Я спаржу не хочу. Чуть-чуть не знаю. Номер карты? Да, мне не надо. Серии, паспорт. Ясно. А где? Хоть где, вот здесь просто напишите. А, добро. Сейчас сделаем. Я своей ручкой. Так, вот такое заявление предлагаю написать. Ну, по идее, мы не должны ничего заполнять. По идее, да. Нам кроме баллов товар какой-то положен, нет? Такой же, да. Вот мне спаржа не нужна. Вот он хочет торт. Ну, вы идете, я пойду вам. Поставишь? Да. Пожалуйста. Заполни. Номер карты пиши свои. И мои напишешь. Да. Если он придет. А куда он пошел? Там моя карта. А? Моя карта. Что твоя карта? А, в машине? Да. Да, вон выше заявление слово. Выше слово заявление. Пиши. Да. Татьяна Борисовна, не волнуйтесь, не повышайте, пожалуйста, голос. Просто человек первый раз растерялся. Да я не растерялся, просто не вижу. Угу. Че, давай мою карту. Так, это мой чек. Так, оформляем возврат товара. Это... Спаржа по-корейски и торт. Сказали, что мало того, что еще баллы начислят на карту, так еще и предложат товар такой же, ну, свежий, не с истекшим сроком годности. Артем захотел себе торт такой же, я от спаржи отказался. Мне, ну, в принципе, я не очень люблю спаржу, она мне не очень нужна. Все, написал. А торт? Потом? Бери торт. Иди на кассу. Ты запомнил какой? Праздничный. Конец торт. Первый и удачный такой. Так, что тут по сроку? Нормально переклеили? Да, нормально. Так там тот же, может, нет? Что там, прочитать? Тот дату. Же, аналогично наш. Дату прочитай. 24.12.2021. Сегодня, да? Дефростация до сегодня. Отлично. Ну все, пойдем. Ну, что, мы довольны стартом? Довольны? Конечно. Катюхи отлично. Праздничный торт.
Этот чем мы отдаем, а нам дают этот другой, да, который возврата. Не отдаешь, вообще из рук не выпускаешь, я тебе сказал. Чек возврата дают и денежку вместе с чеком. Если просто денежку дают, не бери в руки. Это типа могут квалифицировать как взятку. А чек возврата? Тёма, я же тебе говорил, без чека возврата не бери деньги. Ты чем слушал? Чек выходит позже. Вот когда выйдет, тогда и возьмешь. А чек возврата дайте ему в руки, чтобы у него было это основание держать эти деньги. У меня мой чек и чек возврата. Чек возврата. А у тебя там что? Это у нас. И вот мой чек. Сейчас я подпись сниму, принесу вам. Давай. Ну, хотя бы... чтобы я не бегала два раза. Чего снять? Возврат сделайте, я чтобы сняла два раза. А, добро. Ну, не бегать мне. Ну, чек возврата это ему отдайте, а вам-то зачем? Я ему, мне копия нужна. А. На какую сумму был возврат? Так, вот чек. А мне зачем? А? Чек возврата делайте. Это еще одна. Еще один возврат. Это другой. Угу. Можно, пожалуйста, передаю в руки. Терминал, как оплата, приложки? Не, оплаты, которые ты, деньги обратно. За которые, получается... За которые вы оплачивали. А, да. Именно я... ту. Если другая, то вам не придут денежки. Да-да-да, сейчас, секунду. Приложил карту банковскую. Пойдем, Тём. Поезд. Чеки возврата у меня на кухне делает, правильно? Она и чеки, и чеки возврата забрала. Чеки мне говорит, что она... Я прошу, она сразу на руки будет? Они нас сейчас могут вообще оформить за сдачу взятки. Нельзя так делать. Главное, что раз она это повела себя нормально, пошли ей навстречу. Пожалуйста, Леша, спаржу. Угу. Татьяна Борисовна, благодарствую. Мы ни в коем случае не хотели как-то вас закошмарить. Мы на стороне закона и... ...ратывали за здоровье и жизни... наших жителей. Благодарствую. Так, чек возврата 129.90. 129.90. Все нормально. Чеки на месте. Торт на месте. Чеки твои? Да. Вместе с пакетом там чек. У тебя пакет был на первой позиции. Посмотри, посмотри чек. А ты имеешь чек был? На чеке было у тебя этот, у тебя две позиции. Пакет и этот торт. Да, так и есть. 4,50. Mm-hmm. А сумму 249 вернули? Да. А тебе вернули только за торт. Все правильно. Пошли. Так, все, народ. Эфир вроде как идет к завершению. Почему? Подожди. Идет к завершению эфир. Надеемся, без происшествия выйдем. О, привет. Смотришь эфир? Да. Отлично. Пойдем на выход.
Извините, можно пройти, девушка? Да, конечно. Благодарствуем, до свидания. До свидания. Хорошего окончания года. Спасибо, сказал, да? Да. Отлично. Так, что народ пишет? Побриться вам надо, бороды это зло. Ха! Борода это сила. Это мощь. Сами все видели. Все с бородами были. Ладно, народ, давайте по это. Антон, благодарствую, все будет окей. Отлично. Так, так, так. Так, все, народ, эфир завершаю. Всем благодарствую. Буду монтировать видеоролик по данной ситуации. Благодарствую.